Эта штуковина разваливается на части! Она выдержит. Мы не собираемся это делать! Мы сделаем это. Поднимайся! Поднимайся! Ты ведь это специально, не так ли? Мы должны попасть на мостик. Оттуда мы сможем использовать нейронные имплантанты капитана, чтобы запустить перегрузку термоядерных реакторов корабля. Взрыв должен повредить достаточно систем под ним, чтобы уничтожить кольцо.
Мы справились. Давай браться за работу. Чтобы ты загрузил меня в систему управления. Терминал расположен рядом с главным обзорным экраном. Не было несколько дней, посмотри, что случилось. Это ненадолго. Вот так. Этого времени хватит, чтобы добраться до спасательной шлюпки и отойти немного от ореола перед подрывом. Боюсь, об этом не может быть речи. Вот черт. Невероятно! Вы загрузили в военного корабля такой большой объем знаний. Разве вас не волнует, что его могут захватить или уничтожить? Он внутри моих данных, взлом с локального экрана. Вы даже представить себе не можете, насколько это восхитительно. Получить записи всего потерянного нами времени. История человечества, правда? Увлекательно. Ого, я буду наслаждаться каждым моментом ее категоризации. И сама мысль о том, что вы собираетесь уничтожить эту установку, как и эти данные, я шокирован. Почти достаточно шокирован для слов. Он остановил процесс самоуничтожения. Зачем вы продолжаете бороться с нами, восстановитель? Вам не победить. Отдайте нам вашу программу, и я постараюсь сделать так, чтобы ваша смерть была относительно безболезненной и... По крайней мере, я еще управляю радиоканалом. Я обнаружила взломы по всему кораблю. Стражи, скорее всего. Что же до смотрителя? Он в машинном отделении. Видимо, он пытается отключить ядро. Если бы я и могла перезапустить обратный отсчет, я не знаю, что делать. Сколько огневой мощи тебе нужно, чтобы вскрыть один из щитов двигателей? Немного. Может, хватит хорошо размещенной гранаты, но почему? Хорошо, я иду с тобой. Чиф, стражи! Корабль получил сильное повреждение во время крушения. Иди в криогенную комнату, оттуда мы сможем добраться до машинного отделения.
Досада. 100 тысяч лет тщательного ухода и сбережения. 100 тысяч лет защиты будущего галактики. 100 тысяч лет, проведенных в страхе, что наша жертва, моя жертва, была напрасной. Через 16 часов после того, как я наконец установил контакт, этот так называемый реклеймер решил здесь все взорвать. О, я недоволен. Как только я узнал, что наш план спасения галактики удался, древний враг снова был выпущен на свободу. Непонятно, почему реклеймеры отказались следовать протоколу. Они уничтожат мою установку, не так ли? Я незамедлительно попытаюсь снова установить связь с другими кольцами. Этот ковенант может быть последним для меня. Хотя я не думаю, что они до конца понимают, что ищут. Тем не менее, не имеет значения, во что они верят, до тех пор, пока они делают то, что должно быть сделано. Я говорю, как она. Но я бы многое отдал, лишь бы здесь оказался хотя бы один из отрядов ее Прометеев. Они бы определенно вернули порядок с их отличительной смертностью. Хотя... это означало бы, что он тоже был бы здесь. И без библиотекаря, сдерживающего его ярость. Что ж, эти реклеймеры предпочли бы сражаться с потопом. Thank you.
Машинное отделение обнаружено. Мы на месте. Внимание! Смотритель отключил весь командный доступ. Мы не сможем перезапустить отсчет. Единственным оставшимся вариантом является подрыв термоядерных реакторов корабля. Это должно нанести достаточно повреждений, чтобы уничтожить Ореол. Не волнуйся. У меня есть доступ ко всем схемам и процедурам реактора. Я тебе все объясню. Сперва нам нужно удалить муфту выхлопа. Это откроет доступ к шахте, которая ведет к основному ядру двигателя. Конфигурация программного и аппаратного обеспечения ниже требуемых спецификаций. Медицинская помощь. Поведение требует ремонта и исправления. Нам нужно спровоцировать взрыв, чтобы дестабилизировать магнитное сдерживающее поле, окружающее ядерные ячейки. Используй взрывчатку. Я рекомендую гранату или ракету. Если взрывчатка закончится, то поблизости от входа в машинное отделение есть оружейная станция. Дестабилизирован. Использую взрывчатку на трех других. Этого должно хватить, чтобы спровоцировать обширный взрыв двигателей.
Доверяйтесь нам, восстановитель. Еще один ядерный реактор. Отдайте мне вашу программу, или мне придется необратимо вывести вас из строя. У нас должно быть 15 минут, чтобы выбраться с корабля. У нас не так много времени. Нам нужно выбраться наружу и подать сигнал об эвакуации. Получаю к планам доступ. В верхней части машинного отделения есть служебный лифт. Он ведет в служебный коридор 7-го класса, который проходит через всю верхнюю часть корабля. Скорее! До взрыва термоядерных двигателей. Мы должны срочно эвакуироваться. Активирую окончательный обратный отсчет. Когда он достигнет нуля, двигатели взорвутся. Взрыв создаст температуру около 100 миллионов градусов. Нам нельзя идти пешком, нужна машина. И в этот момент здесь лучше не быть.
сейчас же, без промедления! Принято, Картана. Кувалда на подходе. Стой, тормози! Отсюда нас подберет Кувалда. Держи позицию. Картана, Эхо-419. Две банши ковенантов заходят на вас с 6 часов. Уклоняйтесь, повторяю, уклоняйтесь! Я подбита, Эхо-419! Ее больше нет. Рассчитываю альтернативный путь побега. Осмотр корабля показывает, что в седьмом ангаре все еще есть один истребитель «Длинный меч». Если мы отправимся сейчас, то справимся. Мы сможем его миновать на большой скорости. Едва успели. Понеслась. Отключи их, они еще пригодятся. Не хочешь взглянуть? Кто-нибудь еще выжил? Сканирую. Только пыль и эхо. Никто, кроме нас, не выжил. Мы сделали то, что должны были. Ради Земли. Целая армада Ковенанта уничтожена, и потоп. У нас не было выбора. Ореол,
Все кончено. Нет. Я думаю, мы только начали.